Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Ву-ву-ву, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно, вуаля, поздравляю я тебя. Участвуй в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся. Именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай! Виталий Старк не обманет! Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Сегодня мы будем открывать с вами автокейсы. У-ху-ху! Надеюсь, я уйду в минус. Да. Дорогие мои, сегодня мы будем пытаться крутить автокейсы. Да, потому что недавно случилось обновление, на котором сказали, что теперь в минус мы не уйдем. Потому что у меня уже были такие неловкие ситуации, когда я открывал то ли 13 автокейсов, я ушел в огроменный минус, когда мне выпадали пятнашки, зазики. Я просто тратил косарь доната и получал с этого зазик. Я просто был в шоке. Я тогда открыл около 13 или 15 автокейсов на стриме, и я просто орал. Там такой минус был. Сейчас все поменяли. И получается, если открыть автокейс, то есть из самых прибыльных кейсов теперь считай автокейс. Потому что я открыл золотой, за 500 доната мне выпало 33 тысячи рублей. Ёперный городовой, 500 рублей потратил. А за 1000 рублей доната... Крутишь автокейс, там может выпасть ламба, гелик и крутые F90, золотые ППСы и так далее. Это круто, круто, круто. И вот сегодня я прокрутил рулетки, и я понял, что я в плюсе. Ну, не в большом, но офигенно в плюсе. И нет такого разочарования, что я в минусе. Нет, лямчик у меня всегда в кармане. А так как я... куратор администрации, состою в административном составе и, само собой, должен показывать все игрокам, что это не обман, я тоже хочу это сделать. Я задоначу сейчас 8000 рублей, потому что, сами понимаете, что я недавно купил ППС F90 и весь донат потратил на нее, 50 тысяч доната. Так что, увы, сейчас буду пополнять и будем тащить. Дорогие мои, наверное, как вы уже знаете, что недавно я купил BMW F90 за 50 тысяч доната. Само собой, это был мой последний донат, и мне пришлось... сегодня задонатить 8000 рублей хотя бы, чтобы прокрутить наши автокейсы. А знаете для чего? А потому что недавно была обнова. И исходя из того, что правда сделали так, что автокейсы, которые стоят 1000 доната, теперь не уходят в минус, это большой плюс. Отыграть кучу денег. То есть задонатил, да, косарик, крутанул рулетку и получил халявное бабло. Ну, то есть продал машину там, допустим, либо в гос, либо на том же авторынке подороже. И оп-оп-оп, денежки в кармане. Так, машину давайте закроем вот так. Все. Ну что, давайте, наверное, попробуем все-таки пооткрывать эти автокейсы. Как раз 8 автокейсов. Я думаю, мы потом передадим эти машинки Настюхе, Фому. Автокейсы, вот, 1000 рублей стоит. Ну, давайте купим кейс за косарь. И сделаем прокруточку. Посмотрим, что нам выпадет за машиночка. Так, и мне прям интересно стало, что же мы сегодня выбьем за 8 автокейсов. Главное, чтоб не газ. Можно какой-нибудь Subaru VRX STI1? Сколько она стоит, я даже не могу сказать. А? 2 200 000? Ну, то есть мы с вами в плюсе. То есть мы с вами в плюсе. Давай, роулетте. Так, Subaru забрать.
Так, слэш-кар, допустим, да? Отметка на GPS. Давайте просто ради приличия хотя бы туда телепортируемся, где она у нас стоит, в среднем автосалоне. Или высокий, это средний. Так, вот здесь, слэш-кар. Так, загрузить на место парковки. Опа, где машинка, эй? Во, вот такой вот субарик у нас, смотрите. Давайте пропишем sell car ради прикола. Смотрите, продажа, так как она донатная, да, лям 100. Но мы потратили 1000, то есть мы с вами в плюсе. То есть ее можно обделать и продать ее подороже. Но само собой сказать игрокам, что это донатка, чтобы не обманывать их. Но все же, за лям 100 мы можем продать. То есть на 100 тысяч мы уже в плюсе. То есть если 1000 донаты переконвертировать, получается, в рубли, это будет миллион. А тут у нас лям 100, то есть мы в плюсе. Ладно, давайте попробуем покрутить следующую рулетку и посмотрим, что же нам выпадет. Так, кейсы, автокейс. Так, открыть, купить кейс, купить. И давайте крутить. Посмотрим, что нам выпадет в этот раз. Ё-моё, сегодня такой развлекательный у нас видеоролик. И главное, чтобы не газ. Можно Lamborghini, что-нибудь такое. Ford Mustang GT. А вот он, я не помню, он какой-то дешевенький. Ладно, давайте сначала мы прокрутим, а потом посмотрим все наши машинки. Так, кейс, автокейс, открываем, купить и крутим. Я очень хочу выбить ламбу, чтобы добавить ее в Фому. Отдать Настюхе, она уже добавит Фому. Так, давайте, либо ламбу, Toyota Camry 3.5. Ну тоже неплохая машинка. Давайте покупаем автокейс и крутим. Так, вы должны перемешать. Нет, я просто выйду и заново зайду. А то один раз я как-то перемешал, что у меня куда-то что-то пропало. Так, крутим, крутим. Мне прям интересно, что же мне выпадет в этот раз, дорогие мои. Не забывайте подписываться и ставить лайки, пока прокруточка идет. Я очень хочу выбить ламбу. Опять Toyota 3.5. У меня чуть АМГшный Мерс не выпал. ГЛС, ё-моё, 63-й. Вот было бы круто. Эх. Блин, немножечко. Немножечко. Так, ладно, у нас с вами еще 4 кейса. Окей. Давайте будем пытаться выбить либо ламбу, либо новый гелик. Ну, мне очень хочется ламбу. Ну, без разницы. Короче, хочется нормальную тачку выбить. Ну, и так, мы уже с вами не будем в минусе, это 100%. Kia K5. Я думаю, нормальная тачка. Нормально, я просто не смотрел ценники, поэтому не могу вам сказать. Давайте сразу накупим, оп, наши 3 автокейса. Замечательно. Slash Donate. Так, кейсы, автокейс, открыть и крутим. Как раз у нас 3 автокейса осталось. И посмотрим, что из этого автокейса нам выпадет. По-любому, сейчас все мажорики такие станут. Я вообще в шоке буду. Так, и мне выпадает Kia K5 опять. Kia Q5. Почти опять Mercedes AMG выпал. Ёперный городовой. Ну блин. Ну, прям немножечко не хватило, немножечко. Ладно, окей, у нас еще 2 автокейса, крутим. Пожалуйста, прям мощное что-нибудь, мощное, пожалуйста, 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 пожалуйста. Я прям очень хочу какую-нибудь ламбу, ну, пожалуйста. Давай, тормози, тормози. Да Ford Mustang, твою дивизию, не хочу я Ford Mustang, зачем мне Ford Mustang? Женя, подожди, у меня здесь война. Все, последний автокейс. Крутим, пожалуйста. Ламба. Так, что мне выпадет? Пожалуйста, пожалуйста. Ребята, мне страшно, у меня потеют руки. Ну, по-любому, ну не, это так всегда бывает. Когда снимаешь, ничего нормального не выпадает. Это закон подлости. Mitsubishi Evo Lancer 10. Ну, что поделать, вот так. Так, ладно, давай сейчас... Подожди, у меня здесь рулетки, открываю, ё-моё. Так. Посмотрим, какие тачки мы выиграли. Ты поговорил с человеком. Kia Q5. Ну-ка, слэш-кар. Так. Выгрузить. А где она? Car Kia Q5 загрузить. Машина загружена. Сколько она вот стоит?
Давайте, sell car. Лям 250, так как она донатка, а в магазине сколько она стоит? Ну-ка, ради прикола, так, сколько она в Сакае стоит в ГОСе? Я не знаю, она, наверное, в среднем салоне, не в дорогом же. Так, Кеку 5, где она? Toyota Кека 5, но она 2500 стоит. То есть, ну, неплохо, да, для Фомы, допустим, такие киюшки, они, ну, четкие будут смотреться, да, неплохо. То есть, Фому, если добавить, прям красиво будет. Так, далее, что у нас там еще есть? Слэш Роулетта. У нас есть Ford Mustang. Два Ford Mustang, Toyota Camry 3.5. Вот Toyota Camry 3.5, да, тоже вроде неплохо она будет смотреться. Так. Toyota Camry 3.5. Остальное можно будет продать. Ну, у нас слотов в семье очень много, да, и, ну, для машин, поэтому машинки пригодятся нам. Ну, короче, я думаю, неплохо. То есть в плюс мы по-любому вошли. Ну, это 100%, даже вот давайте Camry посмотрим, лям 200. Ну, то есть все равно на маленькие денежки мы все равно в плюсах. То есть ничего страшного я не вижу в этом. То есть все отлично. Поставить номера для Фомы, машинка донатная за радость. То есть какая разница, какая машина в Фоме, донатная или не донатная, она будет ездить и хорошо. Четыре колеса крутится и отлично, ё-моё. Ну, как-то так. Так что, ребятули, самое выгодное сейчас это именно автокейсы. Да, в минус вы не уйдете, это 100%. А вот в плюс можно уйти в еще ого-го-го-го какой. Ё-моё, 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 все тачки расстрелял, ё-моё, по бокам. Осторожно, осторожно, осторожно. Все, Настюх, можно тебе, я думаю, продавать. Залетаем. Нифига, я профессионал, ё-моё. А здесь народу. Видео просмотрено, подписка, плюс.